О, вот так получше. Так, наши 5 шуток будут, ну, далеко не ходить мы не стали, про КВН. Да, то есть как бы все понимают, о чем речь. Итак, первая шутка. Вышел новый дезодорант для КВНщиков. Теперь с запахом Маслякова. Путану Анжелу постоянно посылали на 3 буквы, но судьба упорно забрасывала ее на КВН. У девушки-КВНщицы ребенок родился с большим опозданием. Редакторы все время меняли выход. Алкоголик Степан, приходя на КВН с сыном, постоянно боялся перебрать и уйти с сином. По мнению жюри и зрителей, лучший КВН был сыгран на Ростовской конференции.